У ВДИнфо у них много проектов, я знаю, но, по-моему, самый успешный, хотя вы меня поправите, если не так, это чат-бот. Идея, почему решили сделать, насколько было сложно и эффективно. Я совсем не согласен, что это самый успешный проект. Конечно, там основная наша разработка – это сам сайт и то, что на нем появляется, то, что нам удается добиться распространения этой информации, другие СМИ ее берут. И мы говорим о каких-то важных вещах за этот счет. Что касается чат-бота, то да, довольно успешная пока еще штука. Мы будем надеяться, что с Telegram все будет дальше нормально. В настоящий момент у нас порядка 9000 пользователей, там 4, примерно половина из них, скажем так, сфальдированы. Ну, вы считаете, что вложенный труд оправдался? Да, это как раз пример такой очень простой разработки. Там достаточно сложная контентная часть, это навигация по каким-то правовым вопросам, но само программное решение точно оправдано.